Юные, грациозные и почти невесомые. Более 600 гимнасток собрали в стенах спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 традиционные соревнования на Кубок главы города. Турнир стартовал в пятницу. Эти соревнования традиционные, проводим мы их каждый год, в ноябре, в начале декабря, проводим на Кубок главы города. Здесь собираются как сильнейшие дети, так и юные совсем гимнастки, которые, может быть, даже впервые выступают на соревнованиях. Соревнования проводятся по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта 1, 2, 3 и юношеских разрядов. Гимнастки выступают в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. Спортсменкам предстоят два напряженных соревновательных дня. Это зритель видит легкие и плавные, отточенные до автоматизма движения юных граций. В действительности художественная гимнастика – это тяжелый труд, а каждое выступление – колоссальная нагрузка и волнение. Но участницы не показывают эмоций. Главное на ковре – вспомнить все наставления тренера и блеснуть. Мы уже выступали, мы поражаем яркостью. То, что у нас очень яркая команда, вот, и мы всегда поддерживаем друг друга и друг другом дружим. Кубок города – турнир значимый. Разыгрывается путевка на первенство ЦФО. Имена счастливец, которые пройдут отбор в сборную региона, станут известны в субботу. Тогда же состоится подведение итогов и торжественное закрытие соревнований. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.